Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем наш обзорчик, и сейчас мы будем с вами пробовать проходить новую локацию, посмотрим, какая же она. Как видите, как и обещали, у нас три уровня сложности, L1, L2, L3. На каждом есть определенные какие-то нюансы, и на каждом есть офигенные, не знаю, офигенные награды, ну, можно собрать без доната вот этого героя. Тут его вообще дают 9 осколков, тут 6, 3, 6, 9, в общем, вот так вот. Но я буду, конечно же, нападать на самый сложный левел. Как видите, длится это все у нас 12 дней. Если так посмотреть, каждый, если в сумме взять, вот интересно, что у нас получается. 3, 9, 9, 18, то в принципе его можно собрать за этих 12 волн. Не факт, что мы, конечно, их пройдем. Или, я не знаю, или дадут сейчас отдельно возможность проходить каждый левел или нет. Вот это мы сейчас с вами проверим. В общем, поехали, берем героев. Я пока их собирать сейчас не буду, это предварительно мы с вами тестируем. Я не знаю, такого нету смысла, наверное, сюда брать. Видите, смотр сразу же активируется, то есть я так понял, что надо сразу же подбирать героев так, чтобы активировался смотр, походу так, никак иначе. Интересно, а для реса, хотя вряд ли тут рез будет работать, возьму сюда еще, наверное, даже хрен его знает, у меня тут такие герои, если взять Бугича, Зефир, Огник. Оккультиста мы не взяли, где-то у нас тут оккультист должен быть, я его не прокачал. Но я думаю, его тоже стоит брать. Вместо свалины, наверное, возьмем землеройку. В общем, такой вот у нас будет состав. Подтвердили мы. Итак, смотрим. Есть у нас два капитана. Каким образом это все будет? То есть они могут... Вот конечная точка, пойти с любой, я так понял, с любой точки. Интересно. Это реально интересно. Так, что у нас есть? 4 секунды, 3. Эй, я не хочу еще нападать. Видите, есть отсчет, я чуть не профукал его. То есть 29 секунд у вас есть на то, чтобы выставить героев. Не понял прикола вообще. Пошли дрейки. Чё это за дичь вообще? Короче, надо, я так понял, на первом левеле нам надо... 6, 10, 4, 2, 0. Короче, нас убили. И волны, как видите, выходят. Это просто какой-то трэш, блядь. Я не знаю. Так, есть. У меня есть время, чтобы выставить героев. Ага, все, я понял, я могу их так выкидывать. Стрелок, Фрея. На одну и ту же таблетку нельзя выкидывать, да? Окей. И я не могу больше выкинуть новых. Ну, какой-то странный, кстати, геймплей, непонятный. Но я не могу больше выкинуть. Только 6 героев максимально, видите? У меня 4 еще осталось. В общем, поехали дальше. Следующая волна у нас медузы. Ну, как видите, здесь все рандомно. Но я думаю, а вот пошел архидемон. Я думаю, здесь это не проблема. В принципе, ничего сложного. Главное, правильно сообразить с героями. А он что, вообще не станется, что ли? Смотрите, он все свободно идет. Да что это за хрень? Вы что, прикалываетесь? А, мы типа получили 9. Ни хрена непонятно. Вот вообще ничего не понял. Да, я космо можно ставить подальше. Феникс. Ворожей. Какой-то странный, кстати, очень режим. Ну, в принципе, я думаю, здесь надо будет просто вовремя быстро всех выкидывать и определенную череду героев, чтобы они не пробежали. Видите, то есть на данной локации будет реально
Круто смотрится Космос воодушкой, Феникс, Зефир, Огник, то есть герои, которые будут замедлять, станет, накидывать окаменение. По сути, они мои герои вообще не бьют. Но на вот этого демона ни хрена толком не действует, он какой-то неуязвимый. Надо, короче, ставить воодушку. Странно. И я могу этот режим пройти, походу. Че-то какой-то, блядь, бред. Смотрите, только я первого выкидываю, сразу же у нас... Давайте стрелка кинем. Активируются все. Ну, так тут вот, в принципе, нормально. Тут все по пути. Следующая волна. Какая-то фигня, какой-то типа мега-монстр. Ну, пофиг. Все, эту прошли. Ниндзик пошел. Как-то, ну, такое. В принципе, нормальная какая-то локация, интересная. Вот, честно говоря, задумка интересная. Но пока непонятно с реализацией плюх. Сейчас мы до этого дойдем. Но она несложная. Здесь получили 6, получили эту награду. Поехали еще здесь нападем, посмотрим, что здесь. Ну, честно скажу, ничего такого сложного в принципе нет. Но надо, как видите, ставить так героев, чтобы здесь будут приветствоваться воодушки. Я не знаю, что мы там демона не добили, нам дали все награды, но... Хрен его знает. Наверное, здесь самое основное, чтобы не все пробежали. То есть однозначно здесь будет цениться Феникс. Феникс, Космо, то есть такие герои, которые зонально бьют, замедляют, то есть какие-то замедления, окаменения и прочее. Самое интересное, что они моих героев не бьют. Как-то странно. Я ожидал, что все-таки здесь будут бить, Минотавр идет какой-то. Видите, здесь какие-то на них еще значки интересные. Ну, без проблем, все затащили. Давайте попробуем, эту награду забрать. Что? Это, наверное, у меня места нету. Да, я уже думал, что сейчас надо типа за самоцветы еще собирать. И думаю, вы что, вообще офигели? Еще не хватало локации и самоцветы тратить. Так, сейчас мы быстренько освободим место. Подаю все лишнее, что не надо. Ну, что могу сказать? Это первый день. Она легкая, по идее. Забираем плюшки. Да, я могу забрать все сундуки. А могу повторно пройти? Интересно, давайте попробуем еще разок. Даст ли оно, интересно, нам награду? Феникса надо вот здесь ставить. Но видите, зона атаки не особо большая, то есть надо это еще учитывать, что когда вы выкидываете, ставите героев, они бьют возле своей таблетки, только вот Феникс включился. То есть надо еще правильно выбрать, где какого героя кидать. Но думаю, у многих проблем с этим не будет. Вопрос в другом, вопрос в убивании просто будет. Каким образом быстро все убить? Но однозначно на Фрейм надо воодушку поставить, чтобы этого демона ушатать. Потому что, как видите, на него надо дофига дамага. В общем, вот так вот. Повторно нам уже награду не дали. Давайте на Фрейю поставим воодушку, на Космо возьмем Фрейю. Всех, кого там с воодушкой по возможности, чтобы они включались сразу же. Ну, не знаю, пишите, что вы думаете по поводу игрового режима, но мне он понравился. То есть он пока простенький, то есть первый левел, он простой, дальше будет, я думаю, интересней. Такс.
Зефир. Попробуем, может, на него хоть замедление делает. Еще новорожая поставим. Так, стрелок есть и новорожая. Воодушевление. Поехали еще разок попробуем. Так, что у нас тут интересного будет? Ставим, значит, Феникса здесь, он будет включаться. Огник. Ее можно, в принципе, в любом месте, она у нас воодушевление будет. Космо тоже можно чем подальше. Зефира тут. И ворожея. Как видите, с воодушками реально здесь получше все будет. Плюс Фрея у нас включается сразу, то есть они добегать по идее не будут. Я не знаю, для чего, правда, новые итемы, которые даются в этих сундуках. Сейчас мы пооткрываем. Вот у нас демон идет. Вот он пошел. Замедление, кстати, посмотрите, замедление на него работает от ворожея. Ух, красиво он просел. Походу он просел от смотра на 60%. Значит, надо, ребята, смотрителя собирать. Однозначно. Смотр просто топово его дамажит. Не успели. Ну, 9-9, не знаю, засчитало вроде. Давайте тогда попробуем на героев. Дальше, даже больше надо, наверное, замедление ставить. То есть замедление сейчас опять будет в тренде, если с демона что-то интересное выпадает. Так. Космо пусть будет. В принципе, космо там нафиг нам такой не нужен. Стрелок. Тоже ставим замедление. Рая пусть будет с воодушкой. Зефир. То есть, по сути, эмблемы замедления сейчас будут опять в тренде. Интересно. Я не знаю, что правда с демона сыпет. Давайте попробуем такой вариант. Так, значит, делаем так. Раз, два, три, ворожей. У нас космо. То есть надо выставлять по максимуму замедление, чтобы он замедлился. Именно сам демон. Но видите, вот они начали проходить, у меня начали жизни пропадать. Я не успеваю их убивать. То есть тут тоже нюанс. Сейчас будет самое интересное именно с демоном. То есть его надо по максимуму постараться замедлить. Потому что ничего остальное его не берет. Вот, пошло замедление. Вот, ребята, вот чем надо его брать. Вот ударил у нас смотр. В принципе, мы должны его убить без проблем. То есть будут приветствоваться герои с замедлением. Но все равно те же самых 9. Мы ничего толком не получили. Итак, смотрим, что у нас в итоге получилось. Мы собрали все 3 сундука. Так, получили новые итемы. Не знаю, где они. Они, может, будут при прокачке нужны. Пока неизвестно, что это за итемы. Но в любом случае. И осколки нового героя. То есть этого героя, в принципе, собрать не проблемно, как видите. И думаю, все его соберут. И герой, кстати, очень интересный. Не знаю, что он будет давать делать. Это очень интересно. В общем, вот такой вот гайдик. Как обычно, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.